Зеленая вода в квартирах казанцев. Сегодня такое возможно. Теплосетевая компания начала проверку целостности магистральных тепловодов в котельных Азино и Горки. Для этого в сети запустят краситель зеленого цвета. Эта соль абсолютно безвредная для человека, утверждают специалисты. Окрашенная вода из-под крана – признак протечки. При ее обнаружении жильцов просят обратиться к диспетчерам. Дефекты устранят в оперативном режиме.